Не двигаться! Ты в порядке? Да. Привет, я Джозеф Форрес. Я сценарист и директор игры A Way Out. A Way Out — это кинематографичная игра для совместного прохождения, где вы с вашим другом играете за Винсента и Лео. И независимо от того, играете ли вы онлайн или на диване, вы узнаете этих персонажей получше. Лео наглый, самонадеянный и быстро переходит к насилию. А как насчет этого? А Винсент спокойный, невозмутимый и держит себя под контролем. Слушай, приятель, ты же не хочешь сделать то, о чем будешь жалеть. Характер Винсента и Лео раскрывается, когда они взаимодействуют с окружающим миром. У меня в глазах двоится? Или вы близнецы? Мы близнецы. Так и знал. A Way Out — это линейная история, которая подарит вам и вашему другу кинематографический опыт, которого еще нет ни в одной совместной игре. Беги, беги, беги! Пошли! По ходу этой истории вы научитесь работать вместе, чтобы выжить. Лео, давай поедим. Воссоединитесь с близкими. Она такая красивая. Попадете в рискованные ситуации, как, например, ограбление заправки. Ты готов? Да. Почему бы тебе не дать мне пистолет? Я считаю, надо сделать это быстро, просто войти и уйти. А я считаю, надо пойти по легкому пути и не устраивать заваруху. Никому не двигаться! Спокойно! Отлично! Не знал, что ты так умеешь. Что я могу сказать? Я полон сюрпризов. И по большей части хороших. Так, смотри, не зазнайся. И, кстати, еще одна вещь. Так как в игру A Way Out можно играть только вдвоем, если вы собрались играть онлайн со своим другом, вам не нужно покупать две копии игры. Нахуй это! Вы покупаете одну копию игры и приглашаете своего друга абсолютно бесплатно. Целая игра абсолютно бесплатно, по-настоящему. Игра выходит 23 марта 2018 года. Спасибо большое!